Это город С. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Какие ассоциации приходят у вас со словом музей? Ну, у многих, наверное, скучно, сложно. Бабушки, которые ходят за нами по пятам и не разрешают трогать ничего руками. Ну, можно список продолжать, но я хочу сказать, что сегодня в нашей студии человек, который вот все эти стереотипы разбил просто в пух и прах. Это Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я нисколько не преувеличивала, потому что в последние, наверное, год, может быть, полтора, наш художественный музей стал таким неким пространством, который собирает творческих людей, культурных людей, который стал источником бесконечных каких-то событий и мероприятий. И я, если честно говоря, не очень понимаю, как вообще вам это удалось и удается. Ну, наверное, это самое простое, потому что когда-то моя бабушка Эдефимовна Газенбанд, великий математик, говорила, что в жизни самое главное — любить людей. И тогда все сложится. Я действительно люблю людей, и люди отвечают мне взаимностью. Наверное, это основная наша линия, основной вектор нашего музея. И, конечно, мне хочется сделать музей уникальным. Это пространство должно быть не таким, как вы говорили, консервативным. Оно и не может быть таким, поскольку мы обладаем одной из лучших коллекций российской шедевров. Это и русское искусство, это и собрание Востока, и наш легендарный авангард. И главное, это очень красиво и вкусно, если можно позволить себе такое слово, благородно подавать, чтобы мы всегда были интересны нашим друзьям, нашим гостям. А вы про коллекцию заговорили, я хочу эту тему немножко развить. Я так понимаю, что мы же не все видим, то есть невозможно же всю коллекцию вывесить и одномоментно как-то на всеобщее обозрение, да? Это абсолютно точно, и это происходит в любом из музеев. Мы показываем порядка 5% наших сокровищ, остальные вещи находятся в фондах. Но периодически мы делаем выставки, и те произведения искусств, которые находятся в фондах, перемещаются в наш мраморный зал и для определенных проектов радуют наших гостей. Если уж мы заговорили об этом, я с радостью расскажу, что у нас грядет выставка «Уполномоченные Самарского Хутемаса». Мы впервые показываем в таком объеме коллекцию нашего спасенного авангарда. Дело в том, что, может быть, немногие знают, что в 1953 году руководство нашего музея получил приказ об уничтожении произведений искусств. И к уничтожению, да, подлежали Малевич, Леонтью, Розанова. Но благодаря нашим уникальным на тот момент работникам музея эти вещи буквально были спрятаны по домам. И 1953 год разрешился тем, что человека, который непосредственно участвовал в этом приказе, не стало, а наш авангард остался спасен. И даже, вы знаете, наши произведения показывали даже в музее Гугенхайма. То есть настолько мы известны даже за пределами России. И вот 29 числа мы достаем из фондов часть нашего собрания, часть из постоянной экспозиции, делаем вот такую выставку, специально выпускаем каталог, альбом, наконец-то такой долгожданный. И Третьяковская галерея, услышав об этом, тоже подключается к нам. И это будет очень здорово, поскольку пространство мраморного зала будет совершенно другое, оно будет перестроено, оно будет таким необыкновенным. Мы видели эти, конечно, проекты и ждем с нетерпением, сами затаив дыхание, что же это будет. Я даже боюсь представить, что было бы, если бы этот приказ был реализован. Ну, настоящие уничтожены настоящие предметы искусства. А я так понимаю, что карантин вас не усмирил, да? И не подрезал крылья. Нет, нет, карантин нас не усмирил. Не то, что не подрезал крылья. Мы попробовали найти новый формат выхода в эфир. Поскольку мы очень любим, еще раз повторяю, наших друзей и гостей, мы решили, что, несмотря на то, что наши двери нашего музея закрыты, наше сердце будет биться каждый день для них. И мы придумали такие виртуальные программы, как «Запад есть Запад», «Восток есть Восток». Мы рассказываем о нашем собрании восточной коллекции. Наша потрясающая Татьяна Анатольевна Петрова, которая 55 лет проработала в нашем музее, ведет проект «Наш авангард». Инга Юрьевна Чибикова своим дивным голосом вещает историю художника и слова. И таких проектов очень много. Экспонат дня. И мы один из самых любимых
таких вот выставочно-виртуальных проектов называется «Доброе утро». Каждый день в 9 часов утра мы выставляем одну из работ из нашего собрания с некими поэтическими строками, чтобы задать настроение на грядущий день. И я хочу вам сказать, это тоже очень интересно, мы проанализировали, что подписчиков у музея стало в 3 раза больше. Вот за такой короткий промежуток времени. А выходим мы и в Твиттере, и в Инстаграм, на Фейсбук, ВКонтакте. Подписывайтесь на нас. Вы знаете, это все настолько необычно даже слышать, потому что музей — это все равно нечто такое монументальное, что не должно меняться. Оно вот есть, вот существует много лет, и все. И все это виртуализация, цифровизация, это как-то немножечко не увязывается вроде бы вот. Вы знаете, я считаю, что это должно идти параллельно, и в первую очередь, конечно, я хочу видеть глаза тех людей, которые приходят непосредственно к нам в музей. И вот, рассказав вам, может быть, пару слов еще о том, что осталось за плечами нашей жизни, нашего выхода музейного до, так называемой, пандемии, в Москве был такой прекрасный проект, он назывался «Резидент». И наш музей пригласили в нем поучаствовать. На площадке ВДНХ «Рабочие колхозницы» мы представили 130 предметов из нашего собрания. Это был отдельно зал «Востока», отдельно зал «Авангарда», отдельно зал «Русского искусства». Это было совершенно замечательно. Вот представляете, наши произведения из русской коллекции, они выставлялись на фоне таких синих стен от ультрамарина до лазури, так как течет река Волга. А, например, «Восток» выставлялся в стеклянных колбах предметы, а стены были выкрашены такой императорский желто-розовый цвет, такой очень сложный, «Авангард» на такой зелени бархатный. И между этажами этого павильона рабочего колхозницы был выставлен мемориальный такой очень интересный целый цикл о том, что происходило в нашей губернии, как жили здесь купцы, чем они дышали. И вот сотрудники ВДНХ нас даже очень просили продлевать этот проект. Мы его продлевали немножко, потом еще немножко, потом поняли, что мы сами очень скучаем по нашим предметам, и все-таки они все вернулись, слава богу, к нам назад в дом. Но многие СМИ столичные писали о том, что это одно из самых таких было ярких культурных событий в столице нашей Родины. То есть посещаемость была высокая? Были очереди. Это было очень приятно видеть, как, чтобы попасть на экспозицию нашего музея, даже там было прохладно, стояли очереди из москвичей. Ну, вот. И многие даже наши самарцы специально полетели в Москву, чтобы посмотреть, например, коллекцию советского искусства, которая у нас находится в фондах, и мы с вами не сможем ее даже в ближайшее время увидеть. Там советское искусство было представлено на самом высоком уровне. И вот еще говоря о тех грустных днях, которые мы недавно переживали, закрытые от друг от друга, скажем так, о нашей работе заметил такой журнал, как Forbes, и о страницах нашей жизни. Заглянул в закрытые двери. Да, написал даже такое вот удивительное издание, и нам это не стоило ни копейки, только нашей работы. А что именно их побудило, скажем так? Побудило как раз наша деятельность, наши программы, наш неординарный подход к жизни в музее во время пандемии. Об этом было написано, причем были перечислены даже пофамильно сотрудники, которые там читали эти лекции. Это очень здорово, это очень, ну, невероятно приятно. И вот мы с вами начали говорить о новых каких-то подходах еще к жизни музея. Я очень люблю этот проект, который мы сделали совсем не так давно и получили за это серебряный лучник. Это очень красивый проект. Мы с вами знаем, что у нас есть фирменный поезд «Жигули», правда? Конечно. Как ходит поезд «Жигули»? Можно у вас спросить? Маршрут? Вы, да, меня маршрут. Спрашиваете? Ну, Самара-Москва. Москва-Самара. Москва-Самара. Это бренд ведь нашего региона? Безусловно. Бренд нашего региона – это наш «Авангард». Коллекция Самарского областного художественного музея. И опять повторю, спасенный «Авангард», уникальный «Авангард», который выставлялся далеко за пределами России. Мы подумали, а почему бы два бренда не объединить в одну очень качественную и вкусную историю? И вот так один из вагонов фирменного поезда «Жигули» теперь носит название «Жигули в авангарде». Этот поезд, этот вагон мы переделали в собрании нашего музея. И вы можете купить билет в купе Малевича, в купе Ледантю, в купе Бурлюка,
Сердюка, в купе Кончаловского, и послушать историю нашего музея, историю художников. И вот знаете, это очень приятно, что многие москвичи, путешествуя из Москвы в Самару, даже совершенно случайно оказавшись в этом вагоне, покупают билеты, приходят к нам в музей. Вот. То есть можно продолжить знакомство с Самарой, возвращаясь от нас, да? А можно начать его еще не будучи... Не подозревая о том, что ждет за стенами нашего прекрасного музея. Великолепный проект, конечно, и, насколько мне известно, вы собираетесь еще и не закрыть такое сотрудничество. Нет, мы не хотим останавливаться, потому что у нас есть роскошные передвижники. Представляете, как здорово звучит вагон-передвижники. Можно, наверное, надеяться, что через несколько лет, возможно, весь поезд будет филиалом Самарского областного художественного музея. Все возможно. Алла, еще не могу не спросить вас, об этом уже говорят и пишут тоже многие, о том, что сейчас еще одним дополнительным культурным пространством стал дворик ваш, который, ну, вроде бы раньше не был замечен в каких-то активностях. Как это произошло? Что случилось? Ну, это тоже произошло совершенно уникальным образом. Мы так соскучились по людям, и люди соскучились по нам. Во время карантина, человечество, да? соскучилось по человечеству, скажем так. И мы подумали, почему бы нам не освоить вот этот двор, который может себе позволить принимать гостей на свежем воздухе, с дистанции. И только родилась эта идея, как тут же она получила несколько таких коллабораций, скажем так. Например, с театром «Самарская площадь», которые ставили там «Играем Битструпа». Вот, вы еще и... Не только вы открыли эти границы, вы еще и помогли выйти к людям, да. Артистам, которые тоже очень скучали. Это было очень зрителя. Здорово, потому что у нас сейчас проходит выставка Жерара Юфера. Это прекрасный французский фотограф. У него такая очень классная черно-белая фотография. И весь этот проект носит название «День в музее». И мы придумали такое вот продолжение этой истории. День в музее с посещением театра в нашем дворе, с посещением выставки там на расстоянии. Но слава богу, что вот вся эта жизнь переходит уже в более такие яркие возможности. И вот сейчас я просто невероятно жду. Я очень хочу, чтобы это осуществилось наконец-то. 10 сентября мы открываем выставку из собрания Нижегородского художественного музея. Это прекрасный музей с традициями, с богатой историей, с роскошной коллекцией. И вот он на некоторое время закрывается на реставрацию. Я только хотела спросить, как вам удается заполучить к нам все эти шедевры? Реставрацию и реконструкцию. Ну, это наши такие стратегические партнеры, Нижегородский художественный музей. Они пошли нам навстречу. Азбуку шедевров, буквально азбуку шедевров, можно перечислять, Айвазовский, Куинджи, Архипов, Кустодиев. Все приезжает к нам и на месяц украсит наш музей, наш мраморный зал. Но мы не ограничиваемся только показом коллекции Нижегородского музея. Мы обязательно затеем что-то в продолжении в нашем дворе, куда я вас приглашаю. Месяц не такой большой срок, да, нужно все-таки, мне кажется, всем нам успеть посетить эту выставку. Обязательно нужно успеть. И месяц это тоже произошло, потому что вот мы не могли открыться, к сожалению, раньше, и поэтому и не могли отказаться от этого проекта ни в коей мере даже, я бы не позволила себе. Поэтому он проходит всего такой ограниченный срок, месяц, но я думаю, что это будет очень красивый месяц для жизни нашего музея. Я хочу примкнуть к вашей славе и немножечко рассказать о нашем сотрудничестве, которое ожидается. Наш канал тоже старается быть креативным, активным. И вот буквально с сегодняшнего дня у нас начинается флешмоб. Каждый из жителей города, может быть, даже из гостей города, может сфотографироваться с троллейбусом или трамваем, на котором размещен логотип телеканала «Самара ГИС». После этого нужно всего лишь навсего разместить эту фотографию в любых социальных сетях, не забывая хэштег «GoGIS» или «Поехали ГИС», ну и, конечно же, отметку «Самара ГИС». И вот самые креативные и яркие фото будут награждены, и как раз мы
договорились о сотрудничестве с Самарским областным художественным музеем, и награды будут в том числе и от вас, правильно, Алла? Абсолютно точно. Это будут приглашения на выставку вместе с экскурсионной программой. Я тоже, в свою очередь, хочу сказать, что я очень благодарна и вам лично, Инесса, за тот проект, который мы смогли осуществить. Это «Витамин роста». Я бы хотела все-таки, чтобы вы нам рассказали, потому что вы пришли с этой идеей, а я, в свою очередь, только большой радостью поддержал. Вот так вот вы перехватили у меня инициативу ведущей. На самом деле, это, конечно же, я считаю, один тоже из ваших проектов, Алла. Сейчас ребята из телестудии детского дома записывают большое интервью с известными людьми как раз на территории Самарского областного художественного музея. И получается, что они же не просто приходят, потому что нужны вот эти стены, да? А это же гораздо больше. Вот. Да, они приходят и уходят уже с такими родными и возвращаются. И вот наша цель нашей музейной жизни – это не разовое посещение, это не отметка, что да, я был в музее. Это такая история, которая должна повторяться. Побыв у нас единожды, нужно вернуться вновь и вновь и вновь, и, может быть, привести своих детей, своих друзей, своих близких. Я вот, к сожалению, мне даже как-то больно, что вот 2 года назад, когда я стала директором музея, я узнала о том, что многие не были ни разу в нашем музее. Наши самарские жители. Мне кажется, за эти 2 года их стало значительно меньше, Алла. Ну, я очень надеюсь, конечно. Очень надеюсь. Вот. И, конечно, раз мы заговорили о нашем музее, который находится на левом берегу реки Волги, я никак не могу оставить и правую сторону без внимания. Вы сейчас про Ширяева хотите рассказать. Да. Проект, который известен, ну, не только, мне кажется, в России, а уже и за рубежом известен этот проект, правильно? То есть Ширяева — это филиал теперь. Филиал это, да, филиал нашего Самарского областного художественного музея. Очень гостеприимный филиал, очень такой уютный. Именно в этом месте только растут такие эндемики, как я говорю, только такое небо, только такие грибы, только наши Ширяевы. И не случайно Илья Ефимович Репин, когда находился в творческой экспедиции, путешествуя по реке Волги, чтобы найти натур для написания своей будущей работы «Бурлаки на Волге», они путешествовали вместе с художником Васильевым, Макаровым, не нашли лучшего места, чем наши Ширяевы. 5 августа, 150 лет назад, Илья Ефимович Репин отметил там свое день рождения, о чем описал в книге, которая носит название «Далекое и близкое». И Ширяеву там посвящена очень такая достаточно весомая глава. И мы ежегодно, 5 августа, несмотря на погоду, как будет там дождь, не дождь, какой день недели, 5 августа мы едем в Ширяево, плывем, едем и проводим там такой фестиваль «Репин навсегда», потому что Репин и Ширяево — это неразделимые два таких больших и очень важных берега. Вот. И когда мы говорим о нашем музейно-восточном комплексе, я все-таки хочу сказать, что у нас есть там небольшой домик, где родился поэт Александр Ширяевец. Он был Александр Абрамов, а Ширяевцем он стал, это псевдоним, который он взял уже в Ташкенте. Это был лучший друг Есенина. Есенин ему посвящал стихи. Есенин собственными руками сделал крест на могиле Ширяевца, и они покоятся рядом на Ваганьковском кладбище. Мне очень обидно, что об этом поэте на его родине знают так мало. И вот сейчас мы будем делать «Есенинскую осень» 26 сентября. Мы плывем в Ширяево, где уже будут звучать романсы. То есть Ширяево — это не только Репин у нас? Нет, это еще, конечно же, наш земляк. И, вы знаете, я всегда вот пользуюсь случаем, я, наверное, уже очень часто читала эти стихи, но не могу остановиться. Всегда хочу прочитать Александра Ширяевца. Это стихотворение было написано в 1917 году. На тот момент поэта обвиняют в излишнем патриотизме. Прошло уже так много времени, практически ничего не изменилось. Вот Александр Ширяевец и мое любимое стихотворение. «За Русью молодицей бегут два паренька. Ну что же, озорница, кому твоя рука? Не я ли ражи бравый, с червонцами мошна? Пойдем со мной направо, ей будешь что княжна. Не слушайся, буржую, уж я ль не по душе, налево докажу я быть счастью в шалаше. Несутся в перегонку, за белые руки хватит, она смеется звонко. Уж не пора ль бы отстать, скажу я вам,
без гнева, я путь без вас найду. Ни вправо и ни влево я с вами не пойду. Алла, Александр, я благодарю вас, потому что не так часто звучат в этой студии стихи. Это так необычно, так приятно. Я думаю, что нашим зрителям, конечно же, они тоже получили сейчас большое удовольствие. Итак, нас ожидает еще и есенинская осень. Есенинская осень. А весной у нас будет именно такой вояж, посвященный непосредственно Александру Ширяевцу. 15 мая, день памяти Александра Ширяевца, первая суббота, будет всегда у нас фестивалем, посвященный этому поэту. И я на самом деле считаю, что в каждой школе самарской должен звучать Ширяевец, мы должны его учить и знать. Если мы не будем напитаны тем самым патриотизмом, который у нас есть, этот дух, то мы ничего без нашей истории. Областной художественный музей стал не только культурной площадкой, но и благотворительной площадкой. И мы вот сейчас говорили уже с вами о проекте, который реализуется для детей из детского дома. Они приходят для записи интервью в музей, они смотрят картины, им сотрудники рассказывают о каких-то картинах, вы лично несколько раз это делали, и это, безусловно, их обогащает, делает образование, но благотворительность для вас, она множится, и совсем недавно, да, я бы хотела тоже, чтобы мы рассказали о мероприятии, которое прошло в музейном дворике. Ну, мне кажется, благотворительность – это часть должна быть нашей жизни, это совершенно нормально. Об этом можно говорить, можно не говорить, но это есть. И, опять же, история любого музея не может быть разрывна без имен благотворителей, коллекционеров, дарителей. А сейчас мы с вами вернемся в эту историю, которую проводил фонд «Источник веры» с детьми, болеющими, носящими заболевания ДЦП. Наши художники самарские в течение года безвозмездно занимались с детишками, и эти детки вместе с родителями создавали работы. Я обещала, что выставка пройдет в нашем музее, в отделе музейной педагогики, и эти детки, они на самом деле очень ждали, ведь мы даже многие не понимаем, что у многих из них не нарушено сознание. Они такие же дети, они также хотят улыбаться, радоваться. И вы даже себе представить не можете, что с ними происходит, когда они вдруг их привозят там, на колясках в музей, и это счастье непередаваемое. Они ждут этого события. И вот получилось, что на тот день, когда мы запланировали провести выставку, он как раз пал на вот те события, опять не люблю это слово пандемии, но вот и мы думали, как же так, мы не можем лишить этих детей праздника, они ждали. И опять же нам на помощь пришел наш музейный дворик, и это было просто полный восторг, потому что такого даже музея мы не могли бы себе позволить, когда выступали клоуны, мыльные пузыри, фокусники, было очень много гостей, очень много подарков. И вот эти дети, их радость была необыкновенная. Самое ужасное было, когда мы посмотрели на прогноз погоды и увидели, что ливень стеной. Должен был быть дождь. Дождь. И вот мы приняли там волевым решением с Верой Виноградовой, которая директор этого фонда. Нет, мы будем делать, пусть будет, как будет. И вы себе представить не можете. Весь праздник солнце светило необыкновенно. Ну, вот это меня совсем не удивляет. И как только мы вот последнего ребеночка погрузили, вот как будто бы кто-то вот держал дождь рукой. И вот стеной пошел дождь. И для нас это тоже был знак, что нельзя отворачиваться никогда. Если мы можем делать хоть чуть-чуть жизнь лучше, хоть немножко, то и нам за это точно воздастся. Алла, вот все эти события, о которых вы говорите, случившиеся и планируемые, все это очень ярко, красиво и, наверное, легко представить, что значит привести выставку, принять выставку, организовать выставку. Это же предметы, которые с величайшей осторожностью перевозятся. Конечно. Это требуется огромные, наверное, средства на все на конечно, это. Конечно, специальный транспорт, конечно. И поэтому понятно, что вряд ли существует такой бюджет, который мог бы покрывать все эти расходы. Я хочу, конечно же, спросить о том, насколько участвуют жители города в жизни музея меценатством, что ли, благотворительностью, чем Самара славилась. Ну, вы знаете, да, Инесс, я очень благодарна многим людям, даже не буду их фамилии, потому что они просили даже не называть, что некоторые выставки действительно проходят благодаря дарителям, меценатам и коллекционерам.
И мы бы себе не могли позволить некоторых проектов. Сейчас вот в музее есть «Дары музея» идет выставка. Это наш современник, который передал 44 работы в «Дар музея» среди полотен Кончаловский, Лентулов, Зверев. У нас прекрасный предмет идет, «Приоткрою завесу». Обязательно мы его выставим на всех сетях музея. Это буфет, приобретенный на аукционе. И вот он скоро прибудет к нам и украсит наш музей. То есть, да, есть такое желание. Мне очень приятно. Я никогда стараюсь не просить, но когда предлагают, то... Ну, не для себя же. Ну, да, тогда я, конечно, очень радуюсь, что нас поддерживают и хотят быть с музеем, идти в ногу в музей. И когда мы вспоминаем о истории нашего музея, конечно, мы не должны забывать, что сделал Константин Головкин, Шахабаловы, какая история нас связывает с фондом Сергеевского, да, сколько вещей у нас от фон Вакана. Это же все, это же история. И те люди, которые идут рядом с музеем, они уже априори тоже вписываются в историю музея и в историю края. Алла, вот сейчас, когда время выжигает в нас доброе и вечное, ну, действительно же выжигает и экономическая ситуация, и пандемия, и вроде бы ничего, как-то выжить бы. А стремятся люди к культурному-то? Ходят в музеи? Ну, хотя я не верю, что выжигает. Ну, может быть, это когда что-то настоящее, то это невозможно выжить. Поэтому, и вот только открылись двери музея, музей у нас полон гостей, и все мне лично звонят, и на сайтах музея, что следующее, какой следующий проект, какая будет следующая встреча. А вот наша Ширяева — это просто такое долгожданное открытие, такое вот сочное, такое вкусное. И я думаю, что нет, вот к музею есть большой очень интерес. И в первую очередь, опять же, человеческому общению. Если вы говорите, что выжигает, как раз чем-то это же этот храм, который в душе, его же надо как-то чем-то подогревать, и чтобы он был чист. Я думаю, что музей — это та самая история. Спасибо за вашу миссию. По-другому невозможно это сказать, потому что благодаря вам, благодаря вашей команде, благодаря вашему музею Самару знают далеко за пределами. Не только России, а уже, наверное, и за ее пределами. Вот. Да, если позволите, да, в первую очередь я об этом планировала сказать. В первую очередь спасибо моей команде грамотных, высококлассных специалистов, которые умеют и быстро реагировать, и давать мудрые советы. Действительно, без команды никакой руководитель не может быть руководителем, в принципе. Мы на этой замечательной ноте будем сейчас прощаться с нашими зрителями. Алла, спасибо, что пришли к нам в студию. Хочется спасибо. Уже посетить все, о чем вы спасибо. Рассказали, и посмотреть спасибо. Это. И у вас, дорогие зрители, как раз есть такая возможность. Не забывайте, что в нашем городе есть такой великолепный, маленький и в то же время большой культурный очаг. Спасибо. До свидания. Спасибо, до встречи.